Приветствую вас. Пожалуй, начать стоит с того, что есть разница между тем, что вас привлекают психопаты, и тем, что вы чувствуете себя с ними в этой роли. То есть на самом деле есть разница между вот этими двумя ситуациями. Первое, вас привлекают определенные люди тем, что у них есть то, чего хотите вы. Возможно, это какая-то резкость, нахрапистость, свобода, отсутствие границ, быть может, что-то еще. А быть может, это непредсказуемость, возможность для вас выйти за рамки. То есть тут как бы очень много вариантов может быть, и мне кажется, что поработав с вашими чувствами, можно было бы понять, чем именно привлекает вас психопат. Это я вот по общему правилу говорю, что как бы привлекает те, кто обладает теми характеристиками, которыми мы сами вот хотели бы в себе видеть, и которые мы, собственно, как-то ценим, любим и уважаем. Вместе с тем, на более глубоком уровне, вероятно, так называемая вторичная выгода. К примеру, в ситуации с мужчинами, если это мужчина примерно вашего возраста, ну, то есть я не имею в виду, не откровенно пожилые мужчины, да, которых вы не можете воспринимать как мужчина, которые видят вам там как старики. Вот, если это мужчина примерно вашего возраста, когда вы воспринимаете мужчин как мужчин, то здесь, возможно, действует запрет на близкие отношения, запрет на серьезные отношения, запрет на близость, то есть страх близости, эмоциональной близости, я имею в виду, вот, и так далее. Опять же, это не директива, то, что я сейчас говорю, это просто предположение, просто на вскидку, вот. Что касается женщин, то, ну, здесь как некий соревновательный элемент. Обязательно присутствует некий соревновательный элемент, просто как данность, вот. То есть, такая вот история. Дальше. Вы чувствуете себя с ними в своей тарелке, значит, хоть их побаивайтесь. Ну, начнем с того, что психопатия – это вообще-то считается болезнью психической, и те люди, которых вы описываете, не психопаты. Так что вот есть как бы бытовое определение психопатии, а есть все-таки определение психопатии психиатрическое. И я бы сказал, что, ну, не буду вас сейчас грузить термином, но то, что вы описываете, это не психопат, люди. С другой стороны, если вы чувствуете себя с кем-то в своей тарелке, это значит, что, по вашему мнению, этот человек способен разделить с вами ваши ценности.
И вот какие ценности у вас, какие желаемые модели поведения у вас, какие импульсы, какие потенции вы чувствуете в себе, что вам комфортно с этими людьми. Вот это нужно раскрыть. Вполне вероятно, что вы не очень хорошо знаете себя, не очень хорошо понимаете, не очень хорошо чувствуете себя. И, вероятно, именно поэтому вас и тянет к таким людям. Гадать можно очень долго, я думаю, что наиболее быстро и эффективно разобраться в себе поможет психотерапия, поэтому выбирайте себе эксперта, специалиста и начинайте работу индивидуальную. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи вам.